ударно команда начала сезон, если они будут продолжать гнуть свою линию и идти вперед, выйдут в высшую лигу. Чего мы им искренне и пожелаем. Это может быть опасная атака. Мертенс. Суарес. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Суарес. Потеря. Месси! И мимо ворот мяч летит, а должен был забить. Забить! Собственно, да, тут трудно с тобой поспорить. Здесь он именно для этого, забивать голы. Фол. Рефери, похоже, не намерен. Давай сегодня спуском решить. Горчишник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать. Либо оставить его на поле с риском удаления, либо все-таки сделать замену. Видаль. Куарежма, Бернардо. Суарес. Плохо сыграно, мяч потерян. Где назначает штрафной? Карточка вряд ли. Мертенс. Пересек мяч боковую линию. Продолжать игру, чисто сыграно. Мертенс. Нарушение и штрафной удар. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Главного мяч будет виден. Удар по воротам. Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой. Будет угловой. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Прекрасная передача. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Команда гостей получает от тренера указание поймать в офсайд игрока. Надо сказать, достаточно рискованный маневр. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Я фиксирую нарушение и вполне может наказать игрока. Куарежма, Бернардо. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Отобрали мяч у соперника, а теперь можно начинать свою атаку. Такими действиями игру не обострить.
Великолепная игра в пас. Аут. Отличный навес. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Мяч в игре без задержек. Месси. Защитник выносит мяч. Мяч ушел в аут. Мяч перехвачен. Защитник молодец. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Месси! Ставь, ставь, не имеешь права! С пенальти все ясно, но почему игроку карточку не показал? Похоже, арбитр решил, что нарушение не было ни умышленным, ни грубым. Вот будь оно за пределами штрафной, возможно, были бы варианты. Вообще, пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Без шансов для вратаря. Хорошее исполнение пенальти, качественно и уверенно пробил игрок. 1-0, сейчас будет веселее. Мертенс. Куарежма, Бернар. Посмотрим, кто из них. Нарушение, безусловно, было, и что решит арбитр. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Удаление. У него же уже есть желтая карточка. Видаль. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. 5 минут добавляет судья. Ничего себе. Ди Мария. Куарежма, Бернардо. Уолкот. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Заканчивается. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался.
Неплохая передача. Еще бы ее не перехватили. Куарежма, Бернардо. Не прошла эта передача мяч у соперника. Плохо сыграно, мяч потерян. Попытка обострить игру. Мяч покинул пределы поля. Мертенс. Ди Мария. Ждем угловой. Он бьет. Да, бывают промахи в игре, но бывают и моменты, когда мазать – это просто настоящее преступление. Мог ничейным счет стать. Не мог даже, а должен был. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Главное – без нарушений. А вот и потенциальная возможность для того, чтобы добиться ничьей угловой. И голкипер внимателен, сконцентрирован. Он в порядке. Забивать надо! Мяч вынесен подальше. Ворот опасность миновал. Совсем не обязательная потеря. Ну, здесь он, похоже, ударил просто ради того, чтобы ударить. Думаю, у него в голове сейчас крутится вопрос, зачем? Зачем я это сделал? Ди Мария. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Мяч будет введен из аут. Куарежма, Бернан. Волк. Что-то с пасами сегодня у него не получается. Защитник перехватил передачу. Мяч попал в судью. Суарес. Очередная потеря. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Нарушение очевидное. И судья может показать карту. Безусловная красная карточка. Удаление. Бесспорно. Да, это что называется, бросился на амбразуру. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий.
Атака закончена. Удар от ворот. Месси. Куарежма, Бернардо. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Игрок получает предупреждение. Заметим, даже не спорит с арбитром. Команда Костей получает от тренера указание поймать в офсайд игрока. Надо сказать, достаточно рискованный маневр. Прекрасный навес! Защитника просто не заметил. И это пенальти. Итак, на точку показывает арбитр. Отличный шанс сравнять счет, но его еще надо реализовать. Шанс один из последних в этой встрече, потому что времени уже практически не осталось. Удар в пенальти. Гол! Уверенно реализованный в пенальти. Хороший гол. Хороший гол. Просто замечательный удар. Счет снова равный. 1-1. Это может быть опасная атака. А ведь это конец игры. Какой мог бы быть момент, если бы не этот парень? Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мертенс. Какой удар! Вот так и нужно играть в обороне. Тут просто подарили мяч соперника. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Мертенс. Ух, болельщики команды как... Прекрасный навесной удар! Куарежма, Бернардо. Опасно! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Этим шансом нельзя не воспользоваться. Если у них получится, они выиграют этот матч. Статистику угловых на ваших экранах. Вес. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял брэкби штрафной. Финальный свисток. Арбитров фиксирует ничейный результат. По одному мячу забили сегодня команды. Ничья 1-1. Итак, ровный счет на табло. Ничья. Ну и что скажешь, Константин? Был сегодня потенциальный победитель, которому не повезло? Нет. Думаю, результат именно такой, каким и должен быть. Никто сегодня на победу не наиграл. Такое футбольное суммо получилось.